Привет, друзья, с вами Турбан и Марик. Всем привет! И мы продолжаем прохождение Человечка-паука. Не человечка, а Человека-паука. Нового Человека-паука. Изумительного Человека-паука. Как правильно? Невероятного. Невероятного, да. В общем, ребятки, в прошлой серии что у нас Мы было-то? победили Скорпиона. Да, победили Скорпиона, вакцина не сработала. Алистер Смайт теперь не может ходить. А виноват, конечно же, Человек-паук. Обстановка накаляется. Все непонятно, почему паук виноват. Ну, он бы как бы не виноват. Видишь, я сразу говорил, что, возможно, это тот профессор-то этот что-то задумал. И, как оказывается, наверное, что-то задумал. Но это не точно. Будем сейчас посмотреть, что там дальше будет по сюжету. А наша задача сейчас какова? Что у нас? Какая цель вообще, Мари? Припомнить? Вакцина не сработала из-за побочного... Подожди, 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 подожди. Сейчас мне надо улучшение. Вот что. Нет. Да что? Ну давай это. И вот. Что за технологии? Улучшаем. Она одно только хватило. Короче, идем. Кого? Посмотри Нету. задание-то, что надо было сделать. Вот этого победили. Да, ну а дальше-то? Не Куда знаю, слышишь ли ты меня, но ты держись. Я должен найти Коннорса и сделать новую вакцину. А, вот, Конус. Вернусь, как только буду готов. Обещаю. Видишь, он не верит, что Коннорс это сотворил. Понял? Он... И там даже написано, что из-за какого-то... Вот поднажми, что из-за началось. Вот это где-то было написано. Что из побочные действия, в общем, были у сыворотки. И, то есть это не Коннорс. Коннорс не специально, возможно, Я сделал. тоже думаю, не специально. Не забывайся. Ну, типа, А мне вон надо. наверху же, наверху. А. Ты что, забыл, что человек паук? О, красавчик, красавчик. Вакцина должна была их спасти, а не покалечить. Неужели он это нарочно? Я должен с ним поговорить. Еще Опа, час, опа, это что опять такое? робот. А, опять робот? Какой-то. Ничего себе, он прям сквозь здание, ты видел? Змея какая-то. Змеи-робот. А можно я не буду управлять? Нельзя. Нельзя. Ты куда? Он куда-то убегает. Что тут намешано? А роботов кто этих создает? Я уже... Ой, мне его надо уничтожить. Я управление забыл. Тебе за ним бежать надо, да? А-а-а! Опа, заводящиеся глаза! А что ты бежишь? Может, ты будешь с ним воевать, а не убегать? Я не могу его убивать, я не знаю как. Да, надо посмотреть. Если ты будешь убегать, то ты не узнаешь. Вот, давай, да, пока он там. Пока он наводится. Еще жестко наводится, смотри, в точку прямо. Танцевать надо жестко. Надо вот опять туда попасть. Вот, под момент, выбираешь момент. На паутине убегаешь от выстрела. И попадай в точку. Давай. Вот. Нормально, ты ему отстрелил, Усмань. А теперь выходи. Ой! Клониться, я успел, да, успел. За щупальца ты его схватил, или это он тебя схватил щупальцем? Атакуй рывки. Отлично. Там еще один торпель. Да полюбас, полюбас. Я знаю, там еще Я один. видел, тоже видел.
красные точки надо будет их если все уничтожать. Так, надо вот найти позицию. Откуда? Это точка. Это босяра, правильно же? Это типа босс. Да, типа босс. Где? Давай, давай, давай. Куда ты убегаешь-то? Не убегай, Марёк, не убегай. Действуй агрессивно. Не дай ему ни шанса. Почему он за него не цепляется? Вот, давай, 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 давай. Вот. Отлично, отлично. Ты лучше. Не боись, не боись. Куда ты? Куда ты? Куда ты? Надеюсь, последняя атака. Ух ты, пух ты, ух ты, пух ты. Отлично, нет, 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 последняя, нет. Нет. Нет, да, А, нет, нормально. А или нет? Спаси вертолет. А где вертолет-то? Ну там же, вон. Он нападает на него, они идут, репортаж. Надо на это напасть. Безбашенные, давай. О, отрываем, отрываем. Макушку. О, все, загорелся вертолет. Вертолетик загорелся, все. Обалдеть, что делать? Там же тоже много людей в этих офисах. Там же салат теперь. Он тебя разглядывает. Хочешь сказать спасибо, Верзила? Так, я так и не понял, вертолет как спас или не спас. Ай-яй-яй, отпусти меня! О, ой! Больно. Это очень больно. А, Мари, вот об эти вышки, вышки, вышки. Она подсвечивалась. У тебя за спиной. За спиной колонна железная была, Мари. Вот, она почему-то под... Вот, 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 вот. Возможно, что-то можешь сделать, я помню. А что он... А, я туда вообще не могу, мне надо тут где-то быть. Окей. О, я ему глаза залепил. Залепил, босярик, глаза. Вот, давай, давай. Вырви глаз. Я не на ту кнопку нажимаю. Вырви, 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 вырви глаз. Чего? Глазюки залепляй ему опять. Да не-не, он сейчас опять будет атакирован. О, прыгай! Ничего себе. Ничего себе, поджег нас. Прыжок? Отлично. Изи, изи. Тебя вообще понять легко. Червяк. Что такое? Он завис, забаговал. Опа, 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 опа. Много багов сейчас. Давай, 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 давай. Смотри, у него же окуляр какой. Сейчас уже все будет норм. Отстань от меня. Я паутиной стреляться буду. Твой прыжок. Ёлы-палы, Марёк, 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 давай. Ай, ты что творишь, а? Давай, прыгаем, прыгай, Марька, Марька, ой, Марька. Ты на последнем издыхании. Быстрее, быстрее, прячься, прячься. О, нормально. Ой, о, жесткий типок. Паутину здесь не можешь особо использовать, да? Ты можешь только вот так попрыгать, да? Давай, вот, хорошо. Последняя. Да, надеюсь, надеюсь на это. Нет еще, да? Нет, нет. Держись, нет, или да, 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 или нет. Сделай рывок. Ай-яй-яй, антенна, антенна. Набежку хоть. Сейчас она тоже улетит, я тебе говорю. Мне кажется, так. Да? Да, прикинь, она вонзилась прям. В мордашку.
Все, железный червячок повержен. Неужели этот робот и есть решение Алистера? Ладно, это подождет. Надо поговорить с Коннорсом. Алистера. Марь, да, решение Алистера. Это вот который вот этот доктор, который сейчас без ног. Ну, у которого ноги не работают. Чем я рискую, кроме своей жизни? Не, я на задание. Я очень люблю получать новые игрушки. Хорошо, спасибо, Марь. Ты мне так не ответил, да? Это вот робот, это создание этого профессора, который сейчас остался без ног, так скажем. Наверное. Да? Нападение во дворе, отбой. Я верну этих собак в их клетки. Так они кому-то, они, как сказать, подчиняться должны тогда. Что это такое? Или это мы узнаем ближе к концу, или мы уже это знаем, я что упустил. Непонятно. А Марёк игнорит меня. Я игнорит меня вообще. Пора испортить им вечеринку. Так, отлично, домой пришел. После тяжелой битвы против робота Смайта С-02 Человек-паук возвращается домой. Коннорсу придется как следует объясниться по поводу вакцины. Да. Посмотрим, что он нам скажет. Будем посмотреть. Что интересненького он нам расскажет. Скажет. Курт! Нет, я не верю. Его нет. Он в туалете, наверное. Она была права. Как я мог быть таким идиотом? Я позволил ящеру сбежать. Прости, я хотел навестить семью. Я нашел их, и Марту, и Билли, на заднем дворе. Я там спрятался, смотрел. Питер? Господи, что случилось? Что случилось? Ваша вакцина изуродовала доктора Смайта. Мало этого, я теперь боюсь, что он нападет на Гвен. Вот что случилось. Но... вакцина не должна взаимодействовать. Она взаимодействует. Еще как взаимодействует. Он без ног. Вы сказали, она поможет. Я сказал, в теории. В теории? Это вам не эксперимент. На кону жизни людей. Кто вы? Ящер или Курт Коннорс? Ответьте. Если ты сказал это серьезно, то тебе следовало оставить меня в психбольнице. Гвен все еще там. Вы представляете, что будет, если она мутирует? Я... сделал, что мог. Не горячись, ты что, Питер? Спасем! У тебя кровь. И что? Ты устал? Тебе надо поспать. Нет. Мне надо спасти Гвен. Спасти всех. Питер, отдохни. Я не могу. Я должен. Спи. Сейчас вырубится. Мы с этим разберемся. Поспи. А почему ты так и не заразился? Ты? И есть ответ, Питер Паркер. Ага. Сейчас из него сейчас сделается его. Нет. Да. Неужели все так просто? Нет. Проверь данные, доктор. Проверь данные. Невероятно. Никогда не видел ничего подобного. Гвен, я иду. Ты в порядке? По костюму не видно. Сколько я проспал? Достаточно, чтобы я сделал вакцину. Вакцину? Да. Новую, идеальную вакцину. Вы так уверены? Ответ таился в тебе. Твоя кровь, Питер. Я вдруг осознал, что ты идеальный гибрид. То, что есть в твоей крови и не дает тебе полностью трансформироваться и делает тебя уникальным. Человек в тебя ни разу не поддался пауку. Все готово. Ну... сыграем в Бога.
Когда она будет готова? Она готова. Опять туда газовать надо будет. Питер, помоги мне. Где ты? Нас отвели в биолабораторию. Смайт все еще делает свою вакцину с наноботами. Они хотят опробовать ее на нас сразу, как только закончит. Я убежала, спаслась от них, но я здесь застряла. Я иду за тобой. Надо поспешить. Коннор сделал новую вакцину. Где остальные? Роботы увели их вниз. Где Смайт? Не знаю. Я слышу его роботов. Думаю, они ищут меня. Никуда не уходи. Скорее, Пит. Я не знаю, сколько еще смогу прятаться. Постой. Гвен, что происходит? Гвен, ответь мне! Гвен, ты в порядке? Это, я теряю это, сигнал! Это... Гвен! Жестко. Че, костюм поменялся сам, прикинь, автоматически. Он после каждого мяча всегда восстанавливается. Я хотел в этом чате. Плохом. Так, нам надо поторопиться с тобой. Сейчас. Они подождут. Улучшения не ждут никогда. Сюжет развивается. Так, интересненько. И вот это. Так. Видишь, и поэтому эти гибриды на него реагировали так. Понял? Ой, прикольно. Все. Улетаем. Помчали. Опять туда. Конос нашел ключ к новой вакцине. Ключ к спасению города. Однако, возможно, он уже опоздал. Что? Я хочу новый костюм опробовать, но когда новый откроется, там-то видно, что там еще много их. Да? Там много этих веш. Со сигналом. Надо, что ли? Не знаю. Непонятно. Либо это баги какие-то, либо... Да какие, а, да, баги? Нет сигнала. Сигнала просто нет. А вон там журнальчик лежал. Мог. Не, пофиг. А, куда ну, надо? Ну, что, если по пути по дороге. Канал связи. А видишь, кто-то ну, лезет? Кто-то лезет в канал связи. Кто бы это может быть? Мог быть. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Действительно, кто бы? Алло, это Человек-паук. Прием. Принять ваш звонок, телефон не работает. Вот шутник такой, да? Да. Сейчас бы ему шутить. Так, а далеко это... где еще? Далеко нам? Ты уже ускакал. Это, надеюсь, то. И не факт вообще, что это то, но по метке судя, то это то. Нам сейчас нужно в данный момент. Видишь, вышка. Простите за беспокойство. Вот они. Гаденыши. Они хотели... Такой... А, это они глушилку типа какую-то смотрели здесь. А нам надо ее сломать. Правильно? Да. Вот так вам. И тебе, Тань. Ну, как соединение тебе? Нормально должно быть. Все. Сигнал должен был восстановиться. Теперь надо куда-то пойти. А, наверное, надо самому уже догадаться. Пусть все получится, Конрас. Повезло, что у нас снова есть шанс спасти. 10:30, уличный грабеж, отбой. Это наверняка. Вот, нормально, видишь, все отработало. Горячая линия паука. Ну, как тебе мой последний сюжет? Отлично, просто здорово. Не смотрел, да? Я думала, ты весь день стекаешь в CNN и прослушиваешь полицейское радио в надежде, что где-нибудь рванет. Если только на выходных. Ладно, вот тебе краткая версия. Беги на водоочистительную станцию, водопровод отравлен. Чьих рук дело? В этом и проблема. Может, это просто несчастный случай? Слабо верится, но я разберусь. Разберешься? Ты подожди, у тебя дела есть поважнее. Да? Угу. Будем испытать. О, новая глава. Паук спешит на помощь. Да, паук спешит на помощь. Новая глава. Где, сколько тут глав? Не знаю. Самое интересное, что сейчас нам надо будет опять пробираться. Блин.
Я должен войти в дверь и дать это Гвен. Надеюсь, она в порядке. Все в порядке. Ну, конечно. Ты за кого нас принимаешь? У вас как-то подозрительно тихо. Лоб сначала. Сначала я думаю, идти. Верхних надо по потолку и так сразу смотри пути отступления. Потому что ну тут жестко будет. Были бы они. Тут будет жестко. По стелсу не пройти, да? А вот оно сверху. Прямо у тебя над головой была, Майя. И это, вентиляционный шахт. Так, эти двое. О, бежи, беги, беги. Ну, верхних, да, надо сначала верхних обязательно побеждать, потому что они сверху потом будут строчить по тебе. Это непорядок. О, зачем ты его туда закинул? Он теперь снизу будет строчить по тебе. Отдохни, дружище. Ай! Откуда? Подожди, погоди, а ты торопишься, по-моему. Ты спрячься. Где ты вентиляцию-то видел? Ну, так я надо было на нее обратить внимание, когда я говорил. А где ты видел? А вон там что-то, видишь, вон там нет. Поздно. Нет. Я видел, но не факт, что она рабочая. Вот какая-то. Вот. Потом прямо на потолке была решетка какая-то. Вон там, вон, видишь, где ты высадился на желтой фиговине. Да, вон, видишь? Да. Не, она не рабочая. Ну, значит, не рабочая. Ну давай кошмарик тогда. Уходи с этого. Они тебя потеряют, может, по стелсу. Сейчас, погоди, они фонарик выключат, а я по стелсу двоих. Надо разделиться. Сбор через 20 минут, если не найдем. Вперед! Найдите его! А найдете? Ну, все, хватит. На этом остановимся. Все, на этом остановились, внимание. Все, сейчас минус 2 будет. Минус 7 делай сразу. Вон два типка, вон стоят рядышком. И третий, а третьего не можешь? А нет, это один. Нет, это один. Один, это... тот умер. Нам, конечно, лучше двух. Вот они рядом пока были. Да ладно, устрани одного хотя бы. Давай самого сильного. А что ты решил, что это? Ну, у него щит. Кто не заметит. Так, следующее. Вот этот вон пошел, вон этот, да, вот. В одного пошел. Да нет, этих-то двое тебя запалят. Ладно. Внимание, он там. Вот он, взять его. Не взрывайся. Ну, я до тебя доберусь. А кого ты там доберешься? А, эти просто с кулачками, да, ничего страшного. Теперь конец. С этими несложно разобраться. Вот. И ловко. Да, действительно. Чё? Так, и куда сейчас теперь? Погоди. Куда теперь? Да я лечусь немного. А вот блок управления. Микс. Блок управления. Так. Уровень заражения 75%. Время на исходе. Эй, это я, Человек-паук. У меня есть вакцина против этой болезни. Все будет хорошо. Потерпите еще немного. Слава богу. Знали бы вы, что мы здесь вытерпели. Гвен, ты где? Все будет хорошо. Так Гвен убежала. Я должен найти Гвен Стейси. Где она? Она убежала. Мы не знаем, куда. Ладно, я иду за вами. Держитесь. Я возьму больше, когда буду в лаборатории. Так, там это, Айла. И вы это... Может, опять вентиляция какая-то? Ну, вентиляция, конечно... Я не понимаю, как так... Уже по наторенной дорожке надо было идти, по проторенной, да? Тропиночке. Угу. А мы все тут петляем, кружим, вертим. Хорошо, что они слепые, меня не видят. Давай, это обоих сразу, обоих снимай. Тут, по-моему, никого и нет. Отлично. Вне игры. Примет. Опа, о, не хочешь взять себе? А я не могу. Пестик. Человек-паук как бы... Разнес их всех. Тут тоже дверь открыта. Да, все, беги дальше. Да.
уже и не мое. Ну, повнимательнее и посмотри. И вентиляции тут найдешь нету. Выход. Ну, спускайся сюда, наверное, или ты отсюда пришел сейчас, да? Ну, тут элевейтор есть. Ну, проверь вот этим глазом, типа, куда ты можешь, куда не можешь. Функция это подсказки где? Функция? Нет подсказок. Ну как нет подсказок? Подсвечивается у тебя, куда паук может пойти, куда не может. Может быть, тут где-нибудь может пойти. Ну пробуй. Какие-то лифты, может быть, работают. Да ну пробуй, просто так впустую ты не бегай. Наверху, значит, что-то. Тут дверь какая-то открытая. Ну, здесь что-то должно было быть. Может, тут? По любасу. Нет. Потолок, смотри, потолок. Зачем ты из комнаты в комнату впустую бегаешь? Потолок. Даже ни одну комнату не изучил и убежал. В потолках ничего. О, может, где-нибудь тут. Нет, тоже почему-то нет. Как тут туда попасть надо? За дела. Да, что за делишки? Алло. Погоди. Ну пробуй двери, я не знаю. Может, баг какой-то и не открылся. Да, ну нет, какой баг. Какой это не баг. Тут ничего нет. Смотри, может, ну каждую дверь проверь. Ну что ты опять забежал и побежал обратно. Проверь дверь, может, окно какое-то. Повнимательнее просто будь. Нет. Там я все проверял, и ничего не работает. Тут нет. Тоже нет. И это. И где? Вентиляции я не вижу. А выше поднимись, ну, дальше. Здесь, наверное, самый выход где-то здесь должен быть. Может, рычаг какой-то есть? Опять по таймингам надо сделать. Я не знаю. Странно. И где? Ничего не понятно. Помнит. Ну, а смысл какой опять бежать туда? Надо искать дальше выход. Откройте! Вот, может, рычаг какой, Марь, вот. Нет? Не рычаг. Не рычаг. Блин. Да, окон нет никаких разбитых. Что за бред? Что странно, как? Понятно, непонятненько, непонятненько. Вот там еще есть. Здесь что-то. Смотри. Ну, может, через дверь какую-то можешь зайти. Проникнуть. Вот сейчас направо посмотри. Вот этот оскорб мне что-то напрягает. Что это такое знак? Не знаю. Нажать ничего не может, да? Нет. Нажать ничего не можем. Ничего нельзя нажать. Там еще был элевейтор. Но... Так... Уж с этой штукой что делать? Я не понимаю. Вот эту я тебе штуку и говорил, ты говоришь, она не работает. А там роботы. Что? Там роботы. И там человек. Роботы это роботы. И там... Как добраться до них? До этих роботов. Вот в чем вопрос. Тут двери открылись. Значит, в них надо было зайти. Они, по-моему, не были открыты. Ну, логично. Тут это не рычаг. Логично, Марек. Странно.
Ну, ёк-макарёк, да где он может быть выход-то? Надо подумать. Ну, сюда подходи. Вот, здесь шумит что-то. Может быть, здесь? Так очевидно. Жесть. Майка торопыга. Он всегда торопится и так вот. Туда-сюда просто носится и впустую. Вырежешь. Впустую. Вырежешь. Что я тебе вырежу? О, опять блок питания. Не нормально. Надо открывать. Блок управления. Опа, опа. Жестко. Ну что, надо вырубать их сначала, да? Ужас. Обалдеть, нифига тут сколько мяса. Это сейчас их всех победить надо же будет. Это жестко. Это жестко. С этими пушками сколько проблем будет. Знаешь, что это? Приступим. Первый генератор надо уничтожить. Но для этого уничтожить пушку надо, да. Сначала с этой начнем. Так, давай следующий. Просто вырубай пухи все, повырубай нафиг. Опа! Чтобы он поспокойнее было. Отлично, отлично. Да ну ёлки-палки. А еще и роботы сюда придут. Ладно, Малек. С пушками разобрались. Да, с пушками разобрались, это хорошо. Дальше. Уничтожь генератор, тебе написано. Взаимодействие с кем? Ты видел было сейчас взаимодействие с чем, с кем? Ты смотрел вроде как в сторону робота, и у тебя было взаимодействие. Это как? Это как понимать? Не знаю. Как генератор, понимать. Первый генератор надо уничтожить. Давай сначала с этими разберемся. Ну, давай с ними разберемся. Так, куда будешь бежать только? Роботов нету. А, там еще. На входе один еще стоит, да. Может, их не обязательно с ними разбираться, Марь? Ну, типа, тебе они генератор какой-то не уничтожить видят. Надо было. За ним... Я видел, что было написано взаимодействие. Взаимодействие, а то там где-то было написано, да? Нет, ну ты вот смотрел, да, вот-вот, видел? Вот. И тут было написано где-то взаимодействие. Лазим, подумаем. Но нет. Тут что думать? Кроши иди. Что думать-то? Всех крошить? Я предложил тебе сначала с этими начать. Ну пробуй. Вентиляция сверху есть, куда спрятаться? Да не до того напал ты. Ну, ладно. Да нормально эти кулакастые. Вот так вот их всех, опа. А сюда сейчас бежу. Опа, полежи, отдохни. Ай, ты лежать. Все, готово дело. Меня закрыли. А, ну здесь смотри, что-то можно сделать, полюбас. Ты, может, мы ошиблись? Вот тут было что-то взаимодействие тоже сейчас. Вот, ну вот ты проскакиваешь. С этим? Нет, тут ничего. Сейчас только там было взаимодействие. Ты, может, показалось. Вот, видишь? Это вот взаимодействие. А, ну это типа вот. Кинуть это. А, понятно. Вот. Так. Так, ну это, а теперь непонятно, что непонятно. Да ну нет, ну обойди ты комнату опять. Что сейчас будем около двери стоять, на нее смотреть, Марь? Ну как мне выйти-то отсюда? Ну так ты не пробежал, даже не посмотрел варианты, как выйти. Ты, все к тебя к двери тянет в обратку. Тут нет, все двери я обошел. Варианты должны быть какие-то. Нет. Вентиляция, возможно, я даже не знаю. Вентиляция? Ой. Ну смотри, тут есть. Даже выше можно. Вот вентиляция. Так, сейчас у меня голова только кругом, я потерял просто это понимание пространства. Есть что как. Я не человек-паук. А у меня все нормально. А вот сюда идем. Точно думаешь сюда? Ну, а куда же еще? Очень построенная вентиляция, как для нас сделана. Ну, для троих. О, журнальчик. Мое.
Плюс 25 хп, XP. Что такое? Добавляет жизни, может, в журналы? Или это чисто опыт на изучение всяких? Сейчас миниганчика уберу одного. Миниганчика, да, надо убирать. Дело такое. Марь, а нам не надо вообще воспользоваться терминалами-то этими? Мне пришлось это сделать. Марь, надо, возможно. Вот. Да, уничтожь. Это один генератор, типа, да, или что это там? Так. Да. А вот, их все четыре надо отключить, понял? Да. Найди еще один замок. Да, еще не один, наверное. Так, надо этих как-то убить. Ну, ты уже убил, да. Я себя убил. Эти не стреляют вроде как. А вот эти... Нет, тоже не стреляют, да? Роботы, конечно, сильные, конечно, но... Сейчас, поставляй паутинкой, пока они не восстановить здоровье. Наверное. Ну, ты можешь, по идее, знаешь, что тоже использовать что-нибудь. Вон, в ящик кинь. Вот так вам, ребятки, отдохните. Вот этого давай, я тебе вот этого. Ай, ладно. Как получилось теперь, ну, что? Да. Ой, как ты... Ничего себе, короночка! Неплохо. Прикольно. Следующее, это сюда. Нет. Какие открытые тут? Вот эти. Короночка норм была. Нет, тут слишком тяжело сюда идти. Думаешь? Так, а ты сразу высматривай, где есть эти еще, Марь. А вот миниганчика. Я сначала миниганчика. Колбась миниганчика. И отключай. Видишь, с нами не обязательно с ними всеми биться даже, получается. Ну как не обязательно? Ну не обязательно, ты сможешь проскочить. Ну что такое? Давай. Так, еще два. Еще два. Желательно с... Ну, они меня все равно заметят, так что с ними... Так, не, ну ты проходи, уходи оттуда, да и все. Они за мной пойдут. Да и пусть. В смысле, ну и пусть. Ну, они по потолку же с тобой. Ну, выскочи с помощью паутины туда. Сквозняк. А, ну сквозняк, ну это хорошая идея. И не заметили. Так, остается... Смотри, где сразу... Где еще? Тут. Ну тут тяжело, я да сюда... Да не бойся, пойду. Может там сразу наверх можно тоже. Не боись. Вот наверх сразу, и там может... Или он снизу. Вот. Сейчас миниганщика заберу. На потолочек. О. Свободен. Вообще свободен. Отдохни, братишка. Ломает. А, ну это не так тяжело. Самое, наверное. Зря надеешься. Еще один замок. А тут. Фу, не заметь. Так, и где у нас еще один замочек? Вот. Еще один. А где он? Он тут. А, Марь, подожди, где тут? Не, я отсюда пришел. А подожди, внутри тут. Вот он, может быть, нет? Может быть, он внутри? Нет, наверное, да? А, может, уничтожили. Этот мы уничтожили. Это туда. Но здесь еще коридоры есть, понимаешь? А нет, тут... Блин, я запутался. Еще где надо, вот еще так найти. Ты не торопись, Марек, ты торопишься. Поэтому... А сверху что-то было, ну-ка. Вот. Нет, пушка лом. Еще два. Заходи, проверяй, что ты опять по коридору бегаешь просто так. Зашел да проверил и уже. И тут быстрее. Всех убил. Еще надо один найти. Генератор где-то. Надо... Здесь проверь. Тут я был. Ну так проверь еще. Был да может. Плохо был. Я тут был. Внимательно, я не понимаю, а где еще один-то может быть? Эта комната закрыта. А ну-ка, это что? А вот может быть, ну-ка. Так мы же его используем. Сейчас посмотрим, раз использует, значит надо. Что открывается, что делается? Это колонна, ничего.
Мне кажется, вот здесь, возможно, можно что-то сделать вот с этим. Видишь, она подмигивается за стеклом, вот этот агрегат. Может быть, можно? Стеклом агрегат — это коробка. Вот это подмигивает. Можно кинуть. Да нет, нет, вот-вот-вот, вот это вот. Это? Ну, только там снизу, на первом этаже. Ай! Не хотела я случайно. Ну, кошмар, кошмар теперь, а что делать? А этих коробок-то нету. Что, придется драться? Ну, эти не так страшно, они не стреляют. Ладно. Ты же их можешь заколбасить, правильно? Ай! Ты больно, конечно, по мне ударил. Роботы самые страшные, надо их убивать. Роботы? Да. А чё ты их боишься? Чем они страшны? Вот так. И тебя так. И вот ты получаешь. И ты получаешь. Это Путин из Пратинова стоит. Я свободен. Давай. Опа. Даю. Отлично. Умер. Давай теперь в спокойной обстановочке разведай все уголочки, все, чтобы было норм. Где-то мы что-то с тобой упустили. Вот имел в виду вот это вот стекло. Вот. Это? Да, попробуйте себе разбить его, не? Не получается. Не, никак. Это вентиляция? Нет. Ты сейчас прям на ней, нет? Вот, нет? В нее-то нельзя. Только по нихам. Так, ну ладно, здесь ничего нет, пошли дальше, значит, тогда. Может, я где-то не до конца уничтожил? Надо посмотреть... Может, их всех перебить надо было? Все-таки. Может, сверху? Сверху, возможно, сверху. Коробочка. Коробочка, понятненько. Коробочка. Странно. Очень странно. Очень странно. Тут я всех перебил. По-моему. И тут все сломано. А там, ну там вентиляция какая-то. Подожди, я по ней ходил. Может, сможем пройти обратно, может, мы там что пропустили. Не знаю. Так, паучок. И ползи, ползи. Разберемся. Мысли, а я его не уничтожал, что ли? Ну, ок. Не уничтожал, что ли, да. Проскочил ты, торопышка. Маришка, торопышка. А я да. Отлично, ребятушки, отлично. Спасибо за экскурсию. Очень познавательно. Теперь к остальным аттракционам. Проберись, блин. Пора спуститься ниже. Отлично. Давай на этом мы закончим, ребятушки, да, эту серию. А дальше пробираться в лифт и все прочее будем в следующей серии. Ссылочка на плейлист в описании. Не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, кто не подписан. Нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А еще, кстати, оставляйте свои комментарии, ребят. Это очень важно. Все, всем спасибо. Пока-пока. Пока.